Итак, снова здравствуйте, и очередная задачка. Попалась мне совсем недавно, но тоже требует решения. При регистрации в компьютерной системе пользователю выдается пароль 15 символов 12-символьного набора. А кроме этого, в базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможно целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование паролей. Все символы кодируются одинаково и минимально возможным количеством бит. Кроме собственного пароля, для каждого пользователя в системе хранится дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт. Это число одно и то же для всех пользователей. Но раз у нас количество число пользователей ограничено, то есть это 20 пользователей, всего 300 байт, получается, что каждого пользователя необходимо 15 байт информации. Напоминаю, что ответ у нас должен идти в байтах. 15 байт. Значит, всего у нас 12 символов. Символы определенным количеством бит. 12-символенный набор у нас, к сожалению, не переводится в биты, поэтому берем ближайшее число у нас. Ближайшее число двоичной системы у нас это число 16. 16 это у нас 4 бита. 4 бита у нас кодируется 1 символ, всего 15 символов. Умножаем 15 символов. Символов равняется у нас 60 бит. 60 бит. Ближайшее опять число это у нас 64, которое делится, опять же, в обычной системе на определенное количество байт. Поэтому 64 это бита. Это у нас 8 байт. Итого 15 у нас байт. Общее количество минус 8 байт равно 7 байт. Весь ответ. Спасибо.